просто вот в Киеве показываем, ну, не первая шесть. Вырвала там, на группе, у меня в кабинете. Так. Это когда было ночью все произошло, да? Ну, это закончилось уже без 10:12. А началось, ну, я не знаю, честно, сколько, в половину, в 20:12, где-то так. Сколько я не могу помнить. Просто мне без 10 позвонил уже сторож. Он же что-то был. И он погиб тоже? Нет, это не здесь. Не здесь, а это в другом месте погиб, это, да? Погиб там, где вода, мой одноклассник. Да. В общем, детей не принимают. Больше, да, пока не будет. Ну, пока руководство же было уже с отдела образования. Угу. Пока приостановили принимать. У нас уже было 30 человек. Да пакет, стой, дай мне, тебе нормально даже стекло. Можно на все вместе. Девочки, едет. Отойдите от стекла. Куда? А, сюда стекла вынесем. Поплакали, теперь посмеемся. Вот это, да, вот тут ставим, она говорит, будет трактор сюда заезжать. Опа. О, сколько. Те, что запасы были, мы вставили. Теперь все, больше ничего нету. Вот, вот там в туалете. Угу. Вот. Что там только? А? Рассказывали, что? Я говорю, 1 числа только вышли за территорию, ходили в ДК, там у нас был день защиты детей. Вот. Потому что мы никуда не ходили. А теперь опять. Теперь вообще без деток. Пока закрыто, а там я знаю, не знаю, что.